Привет всем! Сегодня я расскажу о растении, которое называется клеома. Клеома – это растение, которое растет в теплом климате. Садоводов-любителей это растение привлекает своим интересным ароматом и красотой. В нашем регионе культура растет как однолетнее растение. При этом многие мечтают украсить свою клумбу именно такими цветами. Чтобы клеома росла и радовала глаз, необходимо знать, как ее посадить с семян и ухаживать за ней. Хотя растение является гостем из тропического климата, в нашем регионе она прекрасно растет, как однолетний цветок в открытом грунте. За один сезон клеома вполне успевает прорасти из семечка, достигнуть созревания и выбросить полностью жизнеспособные семена, которые можно высаживать заново. В уходе это растение неприхотливо и устойчиво к заболеваниям, а также вредителям. В нашей стране цветок растет один год, однако при этом появляются семена, которые можно высадить уже в следующем сезоне. Существует около 70 видов этого растения. Цветки бывают белой, желтой, розовой и пурпурной окраски. Листья могут быть простыми, а могут быть сложными. Зацветает клеома в июне и продолжает радовать глаз своей красотой до середины осени. Когда цветет клеома, в саду может появиться большое количество пчел. Аромат цветков привлекает этих насекомых. Клеому не следует использовать в цветниках, в садах и клумбах как одиночное растение. Свою красоту эта эффектная красавица лучше всего раскрывает в группах хотя бы из трех растений. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. С уважением, Марина.